С 21 по 28 августа в Крыму будет проходить молодежный форум «Таврида». С Московской области всего отправится 400 человек, а с нашего городского округа – 13. Форум молодых деятелей культуры и искусств проводится уже в пятый раз. Сегодня «Таврида» формирует профессиональные сообщества и создает платформу для творческого развития молодых деятелей культуры. К участию в форуме на конкурсной основе приглашаются совершеннолетние молодые люди в возрасте 18-35 лет. Студенты и выпускники творческих вузов, представители творческой среды, в которой одним из основных профессиональных качеств является критическое мышление. В 2019 году форум проходит с мая по октябрь и включает в себя 15 тематических смен. В комплексном досуговом центре «Навигатор» обсудить работу предстоящего форума собралась активная молодежь со всего округа. Ребята с энтузиазмом ожидают предстоящее мероприятие, рассчитывая с помощью него воплотить в жизнь свои творческие замыслы. Фестиваль посвящен творческим идеям, знакомствам. Думаю, как раз затем я туда и поеду, чтобы поделиться своей идеей, своим проектом с молодежью, которая будет из других городов, из других областей вообще. И, опять же, получить какие-то идеи для своего города. Я еду за вдохновением. Я заполняла заявку на «Таврида музыка». Я сама играю на ханге и развиваю довольно-таки молодое творческое направление. Мы организуем фестивали по игре на ханге. Вот. И, соответственно, я еду с вдохновением, за новыми коллаборациями, новыми эмоциями. Заместитель главы администрации городского округа Юрий Родионов пожелал удачи ребятам, которые в скором времени отправятся на форум, и вручил им футболки с символикой нашего муниципалитета. На наших футболках мы написали, что лучшая молодежь из Щелково. Мы желаем всем участникам в полной мере насладиться творческой атмосферой и привести ее нам. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.